Здравствуйте. 9 и 10 июня в Казахстане состоится общенародный освободительный протест под названием «Бастандык». Это будет связано с тем, что в стране идет захват власти, и мы скажем «нет» нелегитимным выборам на площадях наших городов, и будем 2 дня проводить эти протесты против того, чтобы в стране провели захватнические нелегитимные выборы. Я бы хотела объяснить, с какими требованиями мы выйдем в эти дни и почему мы считаем, что эти выборы нелегитимны и каким образом мы можем этому сопротивляться. На самом деле никогда в истории Казахстана таких протестов не было. Никогда в истории Казахстана массово не бойкотировали выборы, тем более на улицах и площадях. И мы призываем всех граждан Казахстана присоединиться к нам и осуществить свое гражданское право саботировать эти выборы, поскольку они нелегитимны, преступны, и эти выборы являются полной профанацией и фарсом. Мы будем требовать отмены нелегитимных выборов, и мы будем требовать восстановления избирательного права для каждого гражданина. Мы будем говорить о том, что сегодня Казахстан провалился в пропасть диктатуры, и нам не то что не разрешено участвовать в выборах полноценно, как обладая такими же правами, как Назарбаев, как Токаев, нам не разрешено даже избирать так, как мы хотим. Людей за то, что они говорят: «у меня есть выбор», преследуют и бросают в изоляторы и так далее. Многодетных матерей, которые выходят на площади и говорят: «у меня есть выбор», также преследуют. И по всей стране идет тотальное запугивание населения. И уже сейчас людей пытаются запугать и говорить о том, что мы не имеем права говорить, что мы не имеем права выбирать и что мы не имеем права говорить правду. Поэтому мы призываем всех выйти вместе с нами на площади 9-10 июня и потребовать восстановления своих избирательных прав. Каждый человек равен в правах, и каждый имеет право избираться. В нашей стране этого права лишено 95% населения. Год за годом наши права Назарбаев урезал. Год за годом самолично вносил изменения в Конституцию, укрепляя собственную власть и оставляя нас без прав, и оставляя нас без возможности выбирать и быть избранными. И поэтому мы хотим весь этот перечень тех прав, которые мы будем заявлять, осуществить, заявить на площадях. Я хочу сказать вам, друзья, не надо ничего бояться. Это единственный день, когда мы можем объединиться, выйти на площади, понимая, что за нашей страной пристально наблюдают тысячи международных наблюдателей, тысячи журналистов, тысячи независимых СМИ, которые будут наблюдать за процессом выборным в Казахстане. И Назарбаеву как никогда важно продемонстрировать демократичность этих выборов. Именно поэтому он сегодня создает фейковые оппозиционные группы, которые якобы участвуют в избирательном процессе на равных с ним. И поэтому я призываю вас выходить, использовать эту большую, огромную возможность для того, чтобы остановить этот бесконечный захват и узурпацию власти. 30 лет мы позволяли Назарбаеву владеть Казахстаном, грабить его, распределять, отдавать наши земли, отдавать наши богатства, выводить деньги в офшоры, уничтожать лучших людей. Нам очень нужны перемены, потому что если мы останемся под прежним гнетом вот этой диктатуры, мы потеряем независимость Казахстана, мы потеряем свою страну, мы потеряем свои свободы окончательно и превратимся в безликих рабов. И если мы не хотим думать о себе, то надо подумать хотя бы о наших детях и о нашей земле, которую Назарбаев обязательно раздаст и обязательно сделает чужой собственностью. И я еще раз к вам обращаюсь. Выходите 9 и 10 июня, будьте все вместе. В 12 часов дня мы начинаем бессрочный протест против захвата и узурпации власти, против нелегитимных выборов. Будем народом, будем все вместе. Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга, Казахстан! Алга!